Расхожее мнение, что наша жизнь – тесное переплетение жизни и цирка. Иногда невозможно разобрать и найти грань, разделяющую иллюзию и реальность. Многие в этой жизни пытаются найти свое место и определить, кто они – дрессировщики, клоуны, фокусники или слоны. Может быть, эта история многим поможет разобрать, где цирк, а где нормальная жизнь. Взрываются, цирк приехал, и все улыбаются. В этом цирке все мы зрители, все мы звери и укротители. И нам здесь все до боли знакомо. В этом цирке мы словно дома. Сальто для нас, все мы здесь собрались не случайно, и уже никакая не тайна, что в этом цирке все мы клоуны, а у гимнаста ноги сломаны. Но зато все хотят стать магами и кричат, и машут флагами. А ведь они обычные зрители, станционные смотрители, акробаты и шпагоглотатели, эквилибристы
и змей-заклинатели, канатоходцы и силачи, лилипуты и трюкачи. Thank you.